Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y, por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Хорошо, Илюха, да? Помнишь, я желание загадал? Это все оно. Ты мой хороший. Смотри. Смотри туда, какая красота. Смотри. Hola. Que a senhora prefira? A café, a chá, a bebida. Café, chá, outra vez. Cerveja? А шоколад по крянцам? Крусталёва, проснись, твою дивизию. Ты о чём думаешь? Тебя люди ждут. Кто трубы выдавать будет? Я с тобой разговариваю. Кто вместо тебя груз отпускать будет? Пушкин? Да, да, Александр Сергеевич, да, Пушкин. Тебе смешно? Ой, то есть нет, Александр Сергеевич. Быстро, людей отпусти. Оформи наряд на Уфу. И потом я тебе растолкую. Кто кому Пушкин? Да, сейчас. Девушка, что будем брать? Сейчас, сейчас. Мне, пожалуйста, сосисок 200 грамм. Тридцать шесть семнадцать. Ой, тогда еще одну положите. Пятьдесят. Да, да. Тамара Изоповна. Да, Риточка. Чисти ауру и продолжим. Я очень стараюсь, угу. Правда. Угу. Здрасте. Это... Познакомьтесь, это моя постоялица Леся. Олеся. О, милая моя. Все имела, все потеряла. Потерпи. Дальше лучше будет, больше будешь иметь. Маргарита, не завидуй. Чисть ауру. Ривдерчик. Господи, кто это? Да. Лесь, ну вот где справедливость, а? Могла бы вас на улицу выгнать. А нет. И учу вас у себя за 3 копейки. Могла бы сказать, что в жизни все из-за вас не получается. А нет, вишь. Доброта. Все моя доброта. Да. Ой. Где справедливость? Где логика? Алло, алло. Тебя. Алло. О, Санечка, привет! Алло. Да-да, я тебя слушаю. Привет. Ну, как там? Мы хорошо.
Да, деньги получала 2 месяца назад. Угу. А, понятно. Илья хорошо. Учится, рисует. Он вообще молодец. Угу. А что? Алло, что-что? Алло, Саня, я тебя не слышу. Алло. Алло, Саня, Алло, алло, алло. Угу. Она из тебя бомжиху сделала, а ты? Дура. Она моя сестра. И тебя это не касается, понятно? Привет. Привет, заходи. Давай, раздевайся, мой руки, будем обедать. Как в школе дела? Нормально. Мама только что звонила, тебе привет передавала. А ты? Я уже поела. Знаю, как ты поела. Давай, давай, ешь, пока горячая. Лесь, тут такое дело. Я телефон потерял. Как потерял? Да так, в классе оставил. Да только не волнуйся. Ну как не волнуйся, Илья? Мы Татьяне Сергеевне не скажем. Как мы Татьяне Сергеевне не скажем? Она звонить тебе будет. Ну, придумаем что-нибудь. Ой, ешь давай. Опять туда звонила? Куда? Ты куда? Прекрасно знаешь, куда. Вася, открой, пожалуйста. Что тебя туда тянет, я не понимаю. Пойми, Таня, никто, слышишь, никто. Столько времени прошло, а ты забыть не можешь. Возьми, я не понимаю. Что ты мясо-то пережарила? Блинчики будешь? Да. Блинчики. Блинчики, блинчики. Блинчики, блинчики.
Сыночка, давай ложиться, давай, тихо. Все, все, тихо. Все, ночь на дворе. Что, я хочу, не хочу. Уйди. Тихо, умоляю. Отец услышал. Мы не уйдем. Куда? Тебя тошнит, что ли? Я не пойму никак. Что ты, господи? Ой, боже. Мама, уйди. Все, ложись. Тихо, тихо. Отец услышал, да что ты? Алло. Да. Еду, еду. Минут 15. Колодки, резину, все куплю. Масло. Окей. Бэб, погоди. Слушай, тут клиент на бумере приехал. Хочешь 600 лошадей? Нет, я ему говорю, заводского блокуправления недостаточно будет. Надо ставить спортивное. Не, ну, в принципе, он согласен. Ценник. Сейчас скажу. Ну, ты что-нибудь ты видишь? Тебе что, жить надоело, а? Ты что, урод, творишь-то, а? Вы дистанцию не держите. Ну-ка, документы. Руки уберите. Документы. А больше вам ничего не дать? Тихо. Не дергайся. Ты мне за эти вмятины, сокол, всю жизнь отрабатывать будешь. Чё ты возишься, Хрусталёв? Вызывай. Страховой, ментов. Все под Богом ходим. Илья, хватит возиться, опоздаешь. Илья, ну что такое? Давай скорее. Ну сколько можно собираться? Ну что это такое? Давай, давай, руки, давай. Все, до вечера. Давай, спроси у ребят про телефон, может, кто-нибудь видел. Все, пока. Пока, 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 пока. Командир, ну что тут непонятного? Здесь собака пробежала, я по тормозам, получил удар в задницу, ну. Да ладно, какая там собака? Лейтенант, грузи его. Собака где? Убежала, откуда я знаю. Ну чё ж ты не задержал? Как я сейчас буду проверять? Собака какая-то. Так, у тебя все. Ну, двигай за мной. Все, поехали, сынок. Иду. Только страховку платит не страховая, а Шумахер лично. Понял? Да. Только вот здесь подпись ваша нужна. Ниже, ниже, под Комиссаровым. Как? Ну, Комиссаров, виновник. Ну-ка, дай документы. Андрюша. Привет, мамуль. Ты рано. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Погода хорошая просто. По тебе соскучился. Ты как? Да лучше всех. Суп вот сварила с фрикадельками. Ты подогрей только, ладно? Хорошо. Сейчас потеплее станет. Возьмем дядь Колю, ребят, и в лес на шашлыки. У меня руки грязные, мамуль. Сейчас помою. Ладно.
пойдут на Барнаул, вот те на Казань, а дальние оформишь на Самару. Угу. Ты что такая вялая? Да ничего, ночь не спала. Смотри, значит, накладные распечатаешь, я там в программу все вбила. Угу. Ну что случилось, Вика? Ой, слушай, по-моему, я заболеваю. Да? Угу. Ну давай я тебя завтра пораньше сменю, в 8. Угу. Спасибо. Таблетки привезти? Да нет, ничего не надо. Я открою. Добрый день. Выселять нас пришли? Ну, зачем так сразу? Пришел извинения попросить. Водитель мой был неправ, дистанцию не держал, так что ремонт вашей машины оплатим. Сам починю, спасибо. Анна Голубева здесь живет? Здесь, а что? Андрей Васильевич, друг юности вашей мамы. Может, впустишь? Мам, тебе. Ну, здравствуй, Аня. Андрей? Я у дяди Коли буду. Какой ты стал? Какой? Поджарый. Болеешь? Да так, простуда. И чего тебе надо, друг детства? Юности, Аня, юности. Юности. А муж где? А мужа нет. А сын? Ему 25? 25. Мой. Свой он, Андрей. Свой. А фамилия, отчество как? Его отец летчиком был. И погиб. Чего ж ты ему правду не сказала? Правду? А что я должна была ему рассказать? Что у него отец бандит? Что девушку свою бросил? Да кто тебя бросал? Кто тебя бросал? Ты сама ушла, забыла? Не кричи. Тогда не терпела, сейчас не буду. Чтоб ты ему дал. В банду втянул бы свою. А ты кем сделала? Пацану 25 лет. Он с утра до ночи в гаражах гайки крутит. Ой, дурак ты, Андрей. Я человека вырастила. Понимаешь? Человека. Я прошу тебя, оставь его в покое. Не переживай. Разберемся. Это на первое время. Хватит, я думаю. Деньги забери. Может быть, лекарства какие-нибудь нужны? Специфические. Ты скажи, не стесняйся. Все привезут. Я еще заеду. Пока. Ты саботажница или просто дура? А? Кто за это дерьмо будет отвечать? Что начальство скажет? Так, что здесь написано? Барнаул? А здесь что, Казань? Так какого же ты черта лысого отправляет в Казань барнаульский груз? Ну, это какая-то ошибка. Ты сама ошибка природы. Здравствуйте. А, иди глянь,
что твоя сменщица натворила. Да, я посмотрю. Вставай. Сергеич, можно вас? Что там? Что случилось? У меня маму забрали вчера в больницу по скорой. Я тебе вчера не сказала, а мне сегодня позвонили. Там такие анализы плохие. Если что, она узнает, что меня уволили. Вообще не знаю, что тогда будет. Ну? Александр Сергеевич, здесь Вика ни при чем. А кто при чем? Может быть, я виноват? Или Пушкин? Или жители Барнаула? Кто отвечать за это будет? Здесь система показывает ошибку. Меня система не гребет. Я ее не уволю. А вот ее... Так, я понимаю. Просто я объясняю, что система показывает ошибку. Ошибку не заметила я, значит, я должна отвечать. Потому что я виновата, я... Не знаю, я проспала или как-то случилось, но, в общем, виновата я. Так, значит. Отлично. Значит так, Хрусталёва. Заявление задним числом. Иди с Богом. Сейчас вот налево и до конца там написано. Спасибо, спасибо большое. А тут спрашиваю, кого не спрашиваю, никто же не знает. Там написано. Простите, пожалуйста, а вы не знаете, Виктория, там? Да, там, а что? Ой, ну скачет сапожка на тонкий носок. А там же холодно, небось. А в голове одни ночные клубы. Так вот внизу бульончик, носочки тепленькие. Спасибо, значит, там написано, да? Простите, пожалуйста, а вы и кто? А я мама. До свидания. Андрюх, помоги! Андрюх! Иду, иду! Ого! Давай, давай, толкай, ничего толкай! Себе. Давай, ну! Ну как там у тебя? Чё? Все, масло, голодки. Да? Откуда ты взял это барахло?
хлам. Нифига, машина классная. Не гони. Классная была бы, если бы 2,5 или 2,8 лучше поставить от Audi. Вот это была бы хорошая машина. Так. Такой движок и порвет, конечно. Ничего, мы из нее ласточку сделаем. А ну? Попробуй. Давай, сильнее. Коробку надо менять, проводку. Сильнее, попробуй там. Там дергай на себя. Разные колодки, диски. А? Андрюха. Что-то не уходит. Че? Блин, а ну стой. Еще. Начитай. Сертификат. Салон «Мустанг» поздравляет комиссарова Андрея Андреевича. Это я, проживающий по адресу с выигрышем главного приза, и сообщает ему, что сегодня до 7 он может прийти в салон с сертификатом и паспортом, чтобы получить... Что получить тут? Новую модель Ford Mustang по аукционной цене 1 рубль 0 копеек. Да это развод. Да нет, гони вряд ли. Конверт переверни. Адрес нашего СТО. Ну, комиссаров у нас кто? Я. Я. Капля от струя. Выставляешься сегодня. Давай же. Вот я дергаю. Ну. И мне первому порулить. Сначала покатаемся, потом поляну. Выйти из машины, руки на капот. Ладно. Иду. Я типа что-то не так делаю. На себя надо было, на себя. А я что делаю? Парни, я позвонить. Вот, на. Хорошо. Смотри. Ну, сильнее. Там что-то не то. А если попробовать? Да, понятно. До бумера пошли, но вначале он все-таки ярко выпрыгнул. Да бумера только в поворотах хороши. Да. Слышь, Андрюха, как собираешься «Мустанг» фаршировать? Не знаю. Может, по выхлопу со впуском пройдусь сначала? Не-не-не-не. У америкосов на «Мустанг» столько железа, что там хоть 2000 лошадок. Ставь там. 2000 лошадок — это, конечно, ярко. Но зачем такое? Еще на заднем приводе зимой, ты что? Я не тронусь с места. Не-не, сюда надо классный, жирный обвес поставить. Обвесов много, но пока мужчин не будет, ничего ставить не хочу. Да. Не, вообще правильно. Тачка классная, классическая. Тут все есть. Mm-hmm. Согласились. Андрюха, ты обещал порулить. Кстати. Андрюха обещал, Андрюха рулит. Перегрузки. Вот дура. Ну дура же. Ну как можно в наше время подставляться за чужую девку, а? Ты где работу теперь найдешь? Вот дура. С таким характером ты ни черта не добьешься. Ой, да замолчи, пожалуйста. Угу. Алло. Здрасте, я по поводу объявления насчет вакансии менеджеров. Да, опыт работы есть. Сколько? Нет, спасибо, не подходит. Угу. Да. А вот сестрица твоя молодец. Уехала за границу и хоть бы хны. А ты горбатишься, за 3 копейки пацана на себе тащишь. А живете как нищие. Алло. Здрасте, я по поводу объявления. Да, могу, оформление, дизайн. Нет, на сверхурочную не могу. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Мама! Мам, сюрприз! Маман?
только узнал. Не думал, что так все быстро. Чего никому не говорила? Беспокоить боялась. Все думали, простуда. Оказалось, терпела. Обезболивающих не принимала. Холодно сегодня. Твоя? Моя. Как с неба свалился, до сих пор привыкнуть не могу. С неба ничего просто так не валится. Никогда. Я ваши фотографии видел у матери. Вы отца моего случайно не знали? Я твой отец, Андрей. Поехали. Требуется гувернантка для одинокого мужчины. Не знаю, Илюха, что бы я без тебя делала? Вот, кастинг актеров для съемок. А чего? Ты ж красивая. Да-да, там только ее и ждут. А, еще место принцессы Англии свободно. Так, кто из вас в туалете свет не выключил? Ясно. И опять гладим. Имей в виду, со следующего месяца я поднимаю квартплату. Платят 3 копейки, а стирают и гладят с утра до вечера. Посудомойка в ресторане. Ладно, хватит. Есть хочешь? Угу. Добрый день, господа. Позвольте представить вам моего сына Андрея Андреевича Комиссарова, который с сегодняшнего дня является членом правления акционеров и начальником департамента службы безопасности. Вручаю тебе, сынок, самое дорогое, что у меня есть – себя. Добрый день. Все будет хорошо, не робей. Живее, живее. Так, подавайте поросенка. Стой, поверни-ка. Угу, чудненько. Рубай, рубай. Привыкай. К этому гурманству.
потом концерн возглавишь. А как же ребята? А СТО? Какие ребята? Какое СТО? Смешно, забудь. Сынок, это все в прошлой жизни осталось. А мне нравится моя жизнь. Ой, балбес. Ему весь мир предлагаешь, а он мне про СТО. Обтесывать тебя, обтесывать, сынок. Я тебе, батя, не Буратино, чтобы меня обтесывать. Не могу я так. Сразу жизнь поменять. А ты ее уже поменял. Не заметил? Да нельзя так себя вести, как ты себя ведешь. Получить такую должность, как начальник охраны. Что ты мне что сделал? Ты что мне говорил? Ну, хватит мне этого. Давай выпьем, сын, за нас, за Комиссаровых. Стоять! СТО! Еще по 100? Стоять! Всем! Пить тебе надо учиться, но... Она просила говорить, но судья ей не отказали. Когда закончила она, зал переполнен был слезами. Давай, давай, осторожненько, ныряем. Оп! Поля. Просила говорить. Так, так, так. Вот. Погнали. Когда закончила. Илья! Ты что здесь делаешь, а? Что случилось? Ничего, тебя встречаю. Да ты что, ночь на дворе? Лесь, помнишь, ты говорила, что можно желание загадать, и оно исполнится? Да ну глупости это все, придумала я. Не бывает чудес. Пошли, выдумщик. Пошли. Вот я, например, тебе бутерброд с красной икрой наколдовала. Чудо? Чудо. Пойдем, Илюха. А судья ей... Тише, сына, тихо. Ой, жива была бабушка, посмотрела на тебя, красавца. Баба. Я когда маленький был, засыпала, она мне всегда песню пела. Ой, чей-то кинь стоит, я била грыгонька. Сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. Thank you.
поспали. Давай скорее. Одевай, одевай обувь. Давай. Где твоя шапка? Не знаю, может быть, в кармане. Давай шапку. Шапку одевай. Давай, ну скорее. Все, пока. Эй, стой, 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 стой. Что еще? Все, давай, пока. Пока. Пока, пока, пока. Которая, понимаешь, ну как бы физически она не может, понимаешь? Не, ну это, ну ты же видел. Вот видите, он так держит пехоль и ножиком вот так. Ну при экстренной, что ты не понял? Стоять! Ты деньги принес? Че, опять тетушка не дала? А ведь вход в школу платный. Да, пацаны? Ага. Ну да. Одного телефона маловато будет, понял? Давай деньги! Быстрее, быстрее, давай! Стой! Подножку! Я хочу сейчас блинду. Понял? На! Что же вы делаете, сучата? Быстро! Ну как, ты живой, брателло? Живой.